Вступают подробности спецоперации в центре Ярославля. Этим утром полицейские блокировали преступника, который за несколько часов до этого застрелил одного полицейского и ранил другого. Личность подозреваемого установили практически сразу после ЧП. А вскоре машина, на которой он скрылся с места преступления, попалась на глаза оперативникам. Пути отступления ему перегородили несколько патрульных автомобилей. В ходе длительных переговоров сотрудники полиции пытались убедить подозреваемого сдать оружие и сдаться, но он отказался. Когда сотрудники полиции попытались приблизиться к нему, он оказал активное сопротивление, открыл стрельбу и подорвался на имевшейся у него гранате. Сотрудники уголовного розыска расследовали дело об угоне автомобиля. Они остановили для проверки одну из машин, но внезапно водитель открыл по ним стрельбу. 25-летний оперативник скончался на месте. Его напарник, майор полиции, ранен. Он в больнице в тяжелом состоянии.